Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С января по июль включительно на дорогах Кировской области автоинспекторы выявили почти 1300 нарушений правил перевозки детей. Размер штрафа в данном случае, напомню, 3000 рублей. За указанный период в ДТП пострадали 70 несовершеннолетних пассажиров, один погиб. В каждом десятом случае ребенок перевозился неподобающим образом. Трасса 101. Упс, переборщили с камерами. Оказывается, есть в России участки дорог, где установлены комплексы фиксации превышения и мгновенной скорости, и средней. Если лететь, не разбирая знаков, то штрафы придут из тех и с других камер. Однако это противозаконно, об этом рассказали в ГИБДД. Письмо счастья должно быть только одно, иначе получится, что водителя накажут за одно и то же правонарушение. Впрочем, это бы и не выяснилось, если бы автомобилисты не стали жаловаться. Сигналы поступили, в частности, из Москвы и Хабаровска. Трасса 101. Россияне после снятия противокоронавирусных ограничений бросились покупать новые автомобили, сообщают СМИ. В итоге образовался дефицит. Хотя это может быть и уловка, чтобы подогреть интерес жителей страны к автосалонам, которые, как и многие другие организации, закрывались из-за пандемии. По некоторым данным, очереди образовались на отдельные модели Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi. В основном речь идет о кроссоверах. Трасса 101. На российских дорогах начали использовать новый тип искусственной неровности, придуманный в Германии. Имя ноу-хау – берлинская подушка. В отличие от лежачего полицейского, она не пересекает полностью проезжую часть. Конструкция представляет собой прямоугольник, размещенный прямо посередине полосы. Чтобы на нем не тряхнуло, надо все так же притормаживать. А вот грузовой транспорт легко пропустит подушку между колес. Трасса 101. Первый российский серийный электромобиль Z выпускать еще не начали, а он уже подорожал. Ранее говорилось, что автомобиль будет стоить минимум 450 тысяч рублей. Теперь уже речь идет о начальном ценнике в 550 тысяч. За эти деньги машина будет оснащена комплектом аккумуляторов, которых хватит на то, чтобы проехать 180 километров. Чем больше пробег, тем выше цена. Зарядка от обычной розетки. Старт производства намечен на конец этого года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.